Запах из туалета одной из квартир пятиэтажки по улице Меховщиков среди ночи выгнал на улицу больше 100 человек. В 3 часа ночи людей разбудил дым и сильный запах гари, и они стали покидать свои квартиры. Всего на улицу еще до приезда пожарных вышли 120 человек. Прибывшие на место огнеборцы справились с пламенем в уборной за считанные минуты. Горела обшивка помещения туалета одной из квартир и вещи, находившиеся в нем. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал, и люди вернулись в свои квартиры. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара. По одной из версий, горевший туалет подожгли.